Так, у меня отжали пятерку, у меня отжимают четверку, ребят. Что делать? На кэри, что ли? Да смысл рандомить? Уже поздно рандомить, ребят. Определенно поздно. Куда я попал? Ё-моё. Ё-моё, куда я попал? Может, на гирче? Я на гирче умею. Забрать у тебя кэри. Кого тебе? Кого? Понятно. Так, ребят, все, нормально, договорился. Ну, я тут на гирыч, конечно, какого-нибудь катанул, наверное. А, уже не хочет. Играть сам. Ну, ладно. Вот и поговорили. Короче, гоу на урсе попробуем, не знаю. Урса тут вроде неплоха. Как закупиться-то? Так, так, да, как-то так, так, может. Че, говно какое-то, да, наверное? Точно говно. Да, блин, ну флатку... Ну ладно, флатку, возможно, не стоит, согласен. Флатку стики взять. Ну, тут стики нормально, там, Венга, Марс. Так что... Да, блин, сейчас не продам еще. 8 стрик, тупо 8, прикиньте. То есть, такой сидишь, играешь... Где-то. Ну, вот сидишь, играешь, а вот он бац, вот так. А герои причем вот те же самые вообще. Но, могу, знаете, что сказать? Вне стрима. Вот это вне. Вот эти две тоже без стрима, а вот это все на стриме. Подозрительно. Походу, сам Гейб смотрит мои стримы. Че, нам надо стик? Ботинок, я думаю, правильно? Пейзы потом. Бабка 4, походу. Или по 5. Либо венка 5, бабка 4 или наоборот, короче. Это надо пофейковать, попугать их, чтобы Бхаруну забрал. Все, Бхаруну забрал, по плану сработали. Думаю, неплохо пока вообще стоим. Ну, у меня герой не слабый, конечно. Против такой линии еще и БХ довольно сильно помогает. Че, нет лишним? Ё-моё, вот это обидно. Понятно. Ну это такой тир, ну просто не могу догнать вот писечку. Ладно, это опыт для Bounty Hunter. Да я не понимаю, почему у Марси он уже нажал раз 8 своей способности, у него все равно мана еще даже при этом есть какая-то. У него просто спылы еще мана даже не стоит. 70 маны, то есть спел стоит, 70. А этот спел вообще брокен, он должен 8, нет, он должен сотку стоить, наверное. Иди отдыхай, блин, на базу. Мне кажется, это точно через диффуз играет, но все-таки и ВК, и в целом тут диффуз хорошо смотрится, и у меня есть тинкер, как бы, да, поэтому мне нет смысла особо это, играть какого-то жадного кора там через БФ и прочее. Че, мне что-то надо еще купить, тогда помнит? Надо мне вообще коррозию покупать тут? Или просто диффуз? Я думаю, просто диффуз берем и... А, ну он с ультимейтом. Офигеть, что происходит? Нет. Да это просто ненормально. И он... Как он берет шестой уровень? Вот как? Я же ни одного крипа даже не... не... Он же ни одного крипа не добил. Ну там надо было дерево пресс, там было сложно не развернуться. Маску купить обязательно. Так покупать или не покупать? А, она из героя, короче, чем могу сказать. Нет, это не совсем автоатака. Это автоатака только после способности. Атака она у меня отключена. Но ее полностью не стоит выключать. Иначе будет... Короче, там вот есть один момент, знаете, вот вы, например, кэмп через атаку вот так фармите, у вас герой потом остановится, он не будет двигаться, например. Ну вот, сейчас покажу на примере. Вот так, смотрите. Вот. Вот, если у меня не, она будет полностью отключена, то он будет на месте потом стоять. Короче, там какая-то есть вот проблема в этом. Полностью отключенная от атаки. Че, мне кажется, нифига маска не нужна. Мастхэп. Ладно, давайте. Не опозорься. Ну а что, мне ливать, что ли, из игры? Как-то неохота так просто вообще вера в ребятам игру портить, правильно? А во-вторых, ПТС терять так просто неохота. У Сатани когда-то нужен будет, да. Да, на кэри, конечно, играть кайф. Что могу сказать? Ребят, какого Рошана, как я его убью? Там просто любой ко мне подойдет и все, и ГГ. Ребят, я могу пойти Рошан, но если ко мне придет герой и меня убьют, и враги разберут Рошана, то что потом? Вы уверены, что никто не придет? Вы уверены, что там варда нет какого-то? Я нет. Так, если ревеч, можно и подраться. О. Ладно. Что там за замесы вечно? Ладно, пошли помогать. Понял. Ладно. Я все равно лес иду кормить. Да, зря я сюда прилетел, короче.
Офигенный рендж. Жить, жить, жить. Понятно. Да как, что происходит вообще? Почему нас просто ебут? Да какой спейс? Это мой герой, как сказать. Мне кажется, моему герою спейс нафиг не нужен. Вы знаете, вот типа, что мне на моем герое фармить? Я быстро фармлю? Нет. Там иншей даже нет, блин. Просто нечего фармить. Поэтому я лучше подерусь с командой и проиграю, если уж что, с командой. Знаете, а не так, что я буду якобы фармить. Вот, а мою команду убьют. Если умирать, то вместе с командой. Вот, видите, к чему это привело? Враги передавили. Какой-то диффузов БКБ, это точно нет. Ладно, идем драться. Все, закончили драться. Нафига он ревеш дает, объяснит? Кто-то умрет за ревеш? Почему они не могут тут встать и ждать, когда они в рушпит зайдут? Ладно, это нереально выиграть. Да блин, ну в смысле лучше прошу добил? Ну добил бы, ну. Тем более я не успел его добить, у меня второго спала не было, там еще тычек 6 надо было минимум. Просто надо рядом было сзади меня встать, хотя бы. Ладно, еще играем, не сдаемся. Враги всегда могут допустить ошибку, правильно? У нас как бы тинкер леет за нами. Я, ребят, не успеваю добить Рошана, когда там еще тычек 7 надо было дать. Если бы он, вот у него было тычки 1-2 там, да, и он такой дает ревер, чтобы я забрал и вышел, то окей. Я бы так и сделал, но когда я вижу, что мне еще 7 тычек надо где-то минимум дать. Ну, у меня нет смысла бить Рошана, потому что они просто подойдут к меня, Марси выкинет, добьют Рошана и все, и ничего не изменится. Так я хотя бы попытался под ревеш какой-то дэмэш выдать и, ну, попытаться как-то драку выиграть. Хотя, опять же, ну, у меня не было второго спала просто-напросто, чтобы выдать дэмэш. Короче, ни туда, ни сюда вышло. Ульт, если что, не увеличивает урон. Так, для тех, кто не знал. Раньше увеличивал, я тоже думал, что никто ульту не нажимает. А теперь он только снижает урон и сопротивление эффектом дает. Такие вот дела, ребята, значит. Просто отпрыгнул, даже меня не откинул. Я бы хотя бы первый нажал, потом отпрыгивал. Понятно, не такой уж он галон. А, у него есть. Мог бы нажать теории БКБ ТП, но там винка. Ребята, ульта мне тут ничем не помогла бы, так с слову. Абсолютно ничем. А потратил на Марс, потому что в моем понимании он нажимает на меня первый спел, а потом отпрыгивает в другую сторону от меня, чтобы выжить. Я нажимал ульту, чтобы быстро выйти из стана. Да нет, просто на керри надо другого героя пикать. Урса — это командный герой, на котором нужно играть вместе. А у меня уже был... Короче, хз, надо было просто АФК-героя накачивать, взять любого, там, даже Гира, Луна, не знаю, кто там еще. Ну, это Гира так, а вот Луна, норм, с Скади бы потом купил. Потом кого еще, на ком бы я еще мог сыграть, это что же надо учитывать. Ну, давай, давай. Бро, ну, ее иначе не убить. Сюда, Данила. Изи. Так, что, догоняем его? Не похоже. Вот и камбэк. Шар был бы имбой, если бы когда ты нажимал первый спел, ты сбрасывал с себя всякие негативные эффекты. Вот тогда это была бы реальная имба, которую прям надо брать вот тогда инстант. Ну а так, это не прям такая имба, мне кажется. Так, ладно, сейчас главное не подставиться без БКБ. Блин, ребят, ну конечно это... Выглядит так, что... Мы не победим. Я буду попадать. Попадаю.
Так, так, месим, месим, нет, вот этого месим. Нет, Эмбера месим. Да можно я это попаду? Тинкер, тащи давай! Я что, тебе зря спейсил, что ли? Он щит нажал, обидно. Да, ребят, вроде блин, тоже не сказать, что мне тут нужен. Я все равно никого не бываю. Я так понял, там у Венги мисы. Еще у кого-то мисы. Нормально, на БКБ развели. Так, ну тут, конечно, первый. Да хватит сейвить его. Бля, БКБ не нажал. Тут надо было нажать. Нет, тут надо уходить, кстати. Фу, хорошо, что не за мной пошли. Блин, БКБ бы нажал. Понятно. Да, красавцы, красавцы. Вард еще нибудь поставил там чел на винге свои. Блин, нажал бы БКБ, мы бы быстрее убили бабку этого и еще бы и выжили потом. Так, короче, так вот, тут у одного Либарда. У второго тоже какие-то мисы на винге, я не знаю, там. Невозможно попасть. Вот, мне кажется, МКБ надо, оно мне даст дэмэдж хороший. И реально можно кого-то это будет убивать легко. Алло, че, Тинкер, помогай давай, там, забавься туда. Наши бендеры пойдут на фикс. Так, ну за что меня-то? Да, обоссали. Без шанса просто. Шиву. Все, ребят, ГГ. Ну я пытался. Ну, сайт и герой темпа. Если у меня на линии что-то не пошло, а я вот что могу сказать. Пикать Урсус с баунти кантером такая себе идея, потому что от БХ вообще ноль толку. А вот что он, блин, пытается мне какой-то дать темп. Ну, точнее, он выигрывает линии за счет того, что он отвлекает. А, врагов, типа, да? И я, типа, крипов фармлю. А на урсе мне это нафиг не нужно. Мне нужен герой, который может дать стан, контроль, чтоб я с ним стоял, убивал. Поэтому был смысл реально пикнуть героя, который бы АФК качался. Там, луну какую-то, который бы потом скачку кинул. Да, медузу, вот, гирокоптера, не знаю. Но на медузе я не то, чтобы профи. Вот я мог бы на гиро сыграть, может быть, на луне еще. На остальных просто опыта еще и ноль. По сути, тут идеальный это Мор. Вот если бы был Витор, он бы взял Макфар, я думаю, засорил бы тут на Песто. Вот. Но я на Морфе явно не играю. Ну ничего, бывает, бывает, что поделать.